13 ноября к рынку «Салют», который расположен на пересечении проспекта Ленина и улицы 9 мая в Туле, прибыли судебные приставы. На руках у них исполнительный лист, в соответствии с которым необходимо запретить ГУТО «Тульские парки» и ООО «Ласт» осуществлять в здании ТК «Салют» деятельность, связанную с пребыванием людей, и исключить свободный доступ в здание. Причина предписания прокуратуры, в котором сказано, что в том числе арендатор не оплачивает аренду, а также не проводит ремонтно-восстановительные работы на объекте после пожара в 2017 году. Вы скажите, пожалуйста, вы администратор? Я директор. Зовут вас? Николай Николаевич. Николай Николаевич. Вы, как я понимаю, арендуете, да, полностью комплекс в Тульских парках, и у вас имеются заключенные договорные отношения непосредственно с субарендаторами. Да. Вы ставили в известность своих арендаторов, субарендаторов, о том, что здесь все это, так сказать, сейчас закрываться будет? А можно я, как еврей, нормальный вопрос на вопрос отвечу? Конечно. Если вы нас не ставили в известность, как я могу поставить в известность? Не ставили, понятно. Ну, то есть я не ответил на ваш вопрос. Не знали о решении? Что? Об определении суда не знали? Об определении не знал. Ну, что же их сразу не проинформировали? Ну, давайте мои отношения с субарендаторами оставим. Давайте так. У нас тогда сейчас будет проводиться действие. Мы самостоятельно всех пройдем. Сегодня судебными приставами межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств проводится исполнительное действие, связанное с обеспечением решения суда по иску прокуратуры Центрального района об обязании запретить деятельность юридических лиц на территории рынка «Салют», связанную с доступом неопределенного круга лиц на территорию рынка, то есть запретить осуществлять торговлю и запретить доступ посетителей, граждан, также покупателей на территорию рынка. Потому что здесь вот другие замки. Замки другие. Да. А что? А почему это мой товар должен кто-то чужой замок? А почему нам никто не сообщил? Мы не можем зачем все вывести сегодня, понимаете? Это нанять машин. Реально, надо рассматривать. Да потому что у меня нервы уже не хватает. Сказали, завтра приходит. Сергей Стариков, Телетова.